Итак, у нас сейчас начнется гонка. На старт. Внимание. Марш! Да, Томми выиграл. Привет, Лука. Привет. Так вот, я хочу тебе после гоночки дать тебе подарок какой-никакой. Вот, смотри. Ласситер V16 Фаэтон. Лучшая машина 1972 года. Классная тачка. Нравится? Да, нравится. А где мне такую достать? А, возле заправочки стоит она. И заправляется сейчас на заправке. Ну, ты понял. И ты должен ее незаметно угнать. Потому что потом владелец снимает шланг и идет за покупками. Так что у тебя будет время угнать тачку. Спасибо. Да не за что. Ага, вот она. Так, никто не видит.